учимся пользоваться посудомоечной машиной за минуту. В верхнее отделение ставим пиалочки, кружечки и стаканы. В нижнее отделение кастрюльки, тарелки, ложечки и вилочки. Кстати, если поставить вверх дном чашечку, то в ней будет вода после мойки. Поэтому ставим правильно. Отсюда льется водичка, сюда она заливается, тут есть фильтр. Если он грязный, то может произойти вот такое. Чтобы этого не произошло, тщательно промываем фильтр и ставим его обратно. Рядом есть еще одна крышечка. Тут соль. Соли, как вы видим, нет, поэтому засыпаем ее. Без нее машина работать не будет. Тут у нас отделение для посудомоечных таблеточек, рядом отделение для ополаскивателя посуды. В стандартных машинках имеется обычно 4 режима работы. Это эко, это хард режим, это режим обычный и режим половинной загрузки. Сегодня я буду мыть посуду на обычном режиме. Для запуска машинки просто закройте крышку.